В армии он стоял на посту номер один президентского полка. В спорте он был первым в мире. Он покорил самую высокую точку Уральских гор, проложив к ней путь через болото и таежную глушь. Преодолел 16 тысяч километров дорог и посетил 9 городов-героев, чтобы почтить память советских солдат. В 90-е годы одним из первых в России он начал реабилитацию инвалидов посредством спорта. В 2006 году создал в Югре центр, который сегодня является учреждением номер один в сфере адаптивного спорта России. Он помог многим людям с инвалидностью обрести веру в себя и занять достойное место в жизни. Эдуард Исаков верит в правильность своего пути. Сегодня Эдуард Исаков – сенатор Федерального собрания и готовится принять участие в выборах в Государственную Думу. Он уверен, что в Нижней Палате парламента сможет сделать гораздо больше для улучшения жизни населения Югры. 22 мая состоится праймерис – первый этап выборов в Госдуму. Голосуй за Эдуарда Исакова. Выбери своего кандидата.